месть выжигает человека. Главная приправа – любовь. Афган, Москва, Владик. Герд идет с юга, из Афганистана, через Среднюю Азию. Раньше работали несколько игроков, теперь один. Карим Рахмонов, лаваш. Обожаю твоего отца, но надо уметь вовремя уйти. Меня могут убрать молодые. Я должен убивать, чтобы чуть кровь на руках. Это бизнес с миллиардным оборотом, а им управляют динозавры. Если мы не справляемся, нас надо менять. Лаваш держит регион, а в центрах, в Москве и в Питере рулит татарин. Вот и все. Что мы должны делать в этой ситуации? Ты позволяешь эмоциям затуманивать разум. Ну ты сам нас втянул. Меня, маму, даже внуков. Я просто хочу защитить своих детей. Сюрприз. А динозавров не боишься? Нет, они умерли. Мам, хорош уже. Что мне делать с вами? Что один, что второй. Успокойся, Виталь, попугай. Пусть к папашке своему идет. И ты к своему катись. Денег за это. Дай хоть сколько-нибудь. Я больше к тебе не приду. У меня нет денег. Рюкзак, давай. Представьте, то, что вам нужно, всегда рядом. Достаточно просто протянуть руку. Я хочу построить бизнес крупный, бескомпромиссный, как Apple или FTP. Я впечатлен. Ты или гений, или идиот. Или и то, и другое сразу. Всех, кто менял мир, называли идиотами. Мы гарантируем крутой заработок и круглосуточную поддержку. Найдем людей в других городах. Они будут продавать товар через наш сайт. Брать у нас и продавать у себя. У нас тут 3 человека старое железо и платят копейки, чтобы мы щемили лучших русских хакеров. Мне нужны имена и адреса тех, кто рулит химерой. Не станем сильнее. Нас тупо похоронят. Вы надеетесь перекроить рынок в несколько миллиардов и выжить? Да. Нас преследуют уже все. Менты, бандиты. Он же просто паразит. Он уничтожает все. Почему все на меня как на говно смотрят? Я лучше них. У меня мозги есть. Эти люди зарабатывают на смерти. Я просто хочу до них добраться и сказать, что я не прав. Пойду на твоем месте, людьми рисковать я не буду. Мы чистим город. Реально чистим. А чего ты хочешь на самом деле? Денег? Власти? Просто хочу до них добраться и сказать, что я не прав. Мы не остановимся, пока в этом городе не останется ни грамма этой дряни и ни одного человека, который этой дрянью торгует. Убиваешься тем, что ты такое говно? Или оно как-то само по себе у тебя происходит? Да если без нас. Мне вас не жалко. Вы несете смерти заразу, и я посвящу всю свою жизнь, чтобы вас убивать. Ты понимаешь меня? Не бойся быть хорошим. Ты о пацане своем подумал? Ты понимаешь бессмысленность своих усилий? Ассенизатора спросить, что ты говно возишь. Грязно воняет, об этом ли ты мечтал в детстве? Работа такая. И она мне, если честно, нравится.